А знаете ли вы, что вкусный майонез начинается с масла? В настоящем классическом майонезе его почти 70%. Поэтому майонез «Солнечная линия» приготовлен только из масла первого отжима, свежего и вкусного. Масло взбивают солнечными желтками, добавляют душистые специи, и получается майонез «Солнечная линия». «Солнечная линия». Вкусный майонез начинается с масла первого отжима. Теперь и в новой упаковке.